Hey, yo, guys, с вами Шимики, и это The Binding of Isaac Attributes Plus. И сегодня у нас с вами будет гридмод. Возьмем за зазельку и погнали в гридмод. Наша цель — это типа аренки. Мы просто заходим, ищем предмет хороший и начинаем битву. Ключевой, допустим, ключи, да? Заходим, здесь у нас такая фигня. Заходим в магазин, тут тоже что-то продается. Наша цель, чтобы у нас был хороший предмет, именно серебряный. Желательно что-то на дамаг. Нам нужно выживать в эти забеги. Поэтому просто реролим. Да, возьму таблетку. Я, кажется, не подбирал еще. Заходим. Такие там. Сердца нам в основном только даются почему-то. Скорость атаки. Мне бы желательно урон. Желательно бы грипп. Хороший предмет для обычных персонажей. Молния. Дамаг плюс хп. Взять ли? Не, мне лучше, понимаете, как, чтобы давал единицу дамага. Это как бы два бесплатных ключа и... Голова кошки здесь фигня. В основном голова кошки — это для зачистки какого-то этажа. Или комнаты. А здесь именно будут волны идти на нас, врагов. Вот, все хорош. Можно начинать. Так, в магазинах у нас есть что-то ценное? Только ключ, да? Ну, поехали. Первые этажики, в принципе, легенькие. Уровень или этап волны можно увидеть там, где монетка нарисована. Вот сейчас идет пятая. Пятая, шестая. Кажется, осталось еще несколько. Даже там идут еще потом боссы. А ты че опаздываешь? Всем. Теперь мы типа можем покупать, допустим, давайте на ключ все соберем. Купим ключ. Желательно ключи покупать по скидке. Зайдем с вами еще сюда. Посмотрим, что здесь. Мухи. Хорошо. Что в магазине? Фамильяр призрак. Херово. Я... Так. Отлично. Два самых таких идеальных для нас только что врага выпало. Окей. Теперь мы можем с вами повоевать насчет комнаты адской. Динки. Ай. Ай-яй-яй. Берем карту солнца и выходим. Нам не повезло. Блин, я не знаю, я выполнял миссию или не выполнял? На Джару. Если нет, то это плохо. Это очень плохо даже. Монетки здесь самое важное. Здесь есть автомат грида. Как обычный автомат, только грида. Там, получается, нужно задонатить. Не помню уже точно, сколько монет. Так, ладно, что у нас есть на продажу? У нас есть на продажу уголек. Ну, уголек нам может... А, нет, так это фигня. Покупаем. Можно будет купить потом уголь. Как вариант. Так, ладно, давайте начнем с этого. Бесполезный предмет для нас, классно. ХП плюс дамаг. Отлично. Поехали.
На сложных, допустим, если... Блин, а я Джару, серьезно, находил? Если нет, то нужно будет потом сыграть следующий забег. Только не знаю, за кого. А хотя нет, нет, челлендж. О забеге говорю. Что? Друзья-пауки. Скелеты. Так, ты не скелет, ладно. Желательно ХП иметь максимальное количество. Я... Нет, никто не отнимает по целому сердцу, но тут есть некоторые... Подожди. Комнаты, которые не отнимают целый ХП. Ой, я взял нечаянно. Ладно. А кто был боссом на том этаже? Ну это просто спидозно это. Ну, это что она не нападает? Она под отравлением была. Спидозная херь. Класс. Давай, давай, пропадай. Пипец, она быстрая. Знаешь, просто к ней мне опасно подходить. Она просто меня сожрет. Райская комната. Дамаг плюс ХП. Либо защита. Дамаг и ХП. Либо защита. Думаю, здесь очевидно. Предметы тоже могут быть со скидкой. При покупке предмета, предмет типа восстанавливается. Так. Карточка мы получили. Просто я хочу проверить, дадут? По сердцу, отлично. И здесь нужно использовать. Хорошо. Зачем? Смысл? Ну, ладно, не суть. Не суть важно, у нас есть уголь. Ой, поехали. Сначала магазины. Пилюлька, которая возвращает нас. Хорошо. Вот, видите, со скидкой, допустим. Я просто не вижу смысла ее покупать. Доска. Тирзап. Синий ХП. Плюс еще синий ХП. Живу, продолжаем жить. Поехали тогда. Ух, время будут постоянно менять. То есть тогда у нас было по 10 секунд, потом будет у нас 3 секунды. И все меньше, меньше, меньше. Когда как? Если мы не успеваем, то идет сразу следующая волна в атаку. Блин, как же нос чешется не вовремя, блядь. Аж бесит. Нужно главное понять сразу, кто... достал меня. Кто... Какой враг у нас? Что чувствуешь, когда против тебя скелета, у тебя щит, а ты получаешь дамаг? Надоел! Я монеты не... Блять, из-за тебя, тупой мразь, я задел. Молодец. Когда вы, короче, задеваете, вы теряете часть ХП. А что он делает? А, я понял. Блять, идите в сраку. Он туда бегает хаотично. Хер пойми, куда он бежит. Убираем, короче, монеты. О, да. Сестры мисс. Двойные. Сестры.
Ладно, убью сначала близнецу. Призрак, атакуй. Отлично. Адская. Не вижу ничего здесь ценного, что можно взять. Уходим. Монеты собираем. Смотрим, что у нас тут. Ну, понятное дело, что мне придется это покупать. По семерке. Да, все дерьмо. Чем бы нет. Все купленные предметы оказались дерьмом. Я в минусе, очень жестоком. Ничего ценного не выпало. Поехали смотреть, что здесь у нас. ХП, монетка. Фу-фу-фу-фу-фу. Так, ну, ключ мне обязательно придется покупать. Что здесь у нас? ХП. Рандомная слеза становится цветом, ярким цветом. Тихо-тихо-тихо, мой ты радостный дружок. Попытайся понять, какое нужно сердце убивать. Единственный плюс — это то, что у меня щит. Не было бы щита, я был бы сейчас в таком дерьме. Так, таблетосина. Открываемся. Поставлю тебя здесь. О, вы решили мне двойного, да, босса дать? Так, и последний. Чего? Ох, как громко. Надеюсь, на записи не так громко, но я все равно молчал, поэтому их узнаю. Классно, комната прекрасная. Там, кажется, еще одна у нас комната осталась золотым. Вообще с комнаты с чем-то хоть-нибудь. Дальше идет комната с дерьмом. Есть что-то тут ценное? В принципе, нет. Можно уходить. Все осталось говном. Хап-хап-хап-хап-хап-хап-хап-хап. Некуда спрятаться. Уже минус. Так, кукла. Это плюс. Вот кукла — это хорошо. А, скорость атаки хотя бы. Наши слезы — это взрыв. Не работает. Урон. Урон — это хорошо. Так, секретки, секретки, секретки. Ладно, не буду ничего делать. Поставлю, давайте,
Сюда. И поехали. Я не знаю, что происходит. Опа-на. Свиточек. О, да, это жестко. Ух. Это было только что жестенько, так жестенько, жестенько аж. Так, ХП, в принципе, я не вижу смысла брать. Пилку возьму эту. И пойдем. Не, ладно, полезные вещи именно в забитых таких комнатах. Ну, на самом боссе будет не очень. Все, больше у нас ничего здесь нету. Осталось покупать. Осталось покупать все, что есть. И что у нас осталось? Так, гриб. ХП. Жук. Просто лучше. Ух, как громко. Так, ладно. Алап. Полет. Я не помню, не знаю, что вот честно вот дают шапочка, поэтому как-то так.
Ну вы сами понимаете, что это очень громко от каждого вот это. Это просто. Ох. Таблетка. Я не вижу ничего больше ценного. Просто взор. Опа, Lucky Tao. Везучий пальчик. Чей пальчик, добро пожаловать. Ладно, возьму тогда клеща. Я не могу треньки одевать, но зато у врагов меньше хп будет. Ой, хороший камень. Ой, а у кто-то сейчас бомбу купит. Кто-то бомбу себе купил. Оп. И он закрыт. Купим ключ. А главное, мы будем сувать какие монеты? Те, которые у нас с собой сейчас. Так, покупаем и поехали. Все. Начинается. Купон. Конечно, он мне сейчас поможет. А вот он, сам, хаш. Ну, не хаш, а... Так, монетки ломаем. Ай. Так, вот эти монеты нужно ломать обязательно. Блин, черт. Ворота открылись. Ворота открылись. Ладно, рай. Почему ты это дерьмо пуляешь, слышь? Давай пуляй другое. Я, конечно, понимаю, ты классный чувак. Зараза. Ну как тебе? Сука, мои монеты забрал. Он охотится за ними. Давай, 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 давай. О, он уже безумнее становится. Ладно, посрать. Пускай ты себя отхилил, но не настолько. Ух, все, мы открыли Лилит. И вот этот, короче. Автомат. Вот это и есть тот автомат. Всё. Как-то так. Конец. Да. Ну что, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.